Так, пришла еще одна. Совсем мелкий пакетик. Вот такой вот. Ну, начинаем потихоньку потрошить. Так, бумажка со штрих-кодами. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, все как положено. Как видите, это 30-пиновый переходничок. То есть сюда вставляем обычный micro-USB провод. И получаем провод для зарядки айфона старой модели. Ну, проверяем. Как видим, зарядка идет. В целом вещь хорошая, полезная. Положить такой в кошелек и носить всегда с собой намного проще, чем, например, таскать в той же самой сумке провод для зарядки. Ну а micro-USB, я думаю, сейчас найдется везде. Ну а тем временем лайкаем, комментируем. Ссылка под видео в описании. Всем пока. Увидимся на следующей неделе.